Россотрудничество и ПГУ ищут двойников Пушкина. Тех, кто больше всего похож на поэта, ждут призы. Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно отправить оригинальную фотографию в образе Александра Сергеевича. Наша съемочная группа встретилась с будущим двойником. Не пой, красавица, при мне. Ты песен Грузии печальней. Данила не то чтобы фанат Пушкина, ему скорее Лермонтов милее, но гениальность Александра Сергеевича бесспорно признает. Самого Данила называют университетским Пушкиным. В свои 19 он написал 2 поэмы и около 160 стихотворений о любви, родине и смысле жизни. Сияй, звезда, над золотом долины, зажги огонь от чувствовавших лет, в соцветии глаз остуженных равниной, как степь зажег безветренный рассвет. Стихи требуют колоссального труда. Их нельзя написать просто от балды. Их все надо редактировать. Каждое слово должно быть выточено. Оно должно быть четко сказано и к месту сказано. Нельзя просто заменить каким-то глупым синонимом. Данила учится на 2-м курсе ПГУ, на преподавателя литературы. Участвовал в конкурсах стихов и во всех побеждал. Мимо конкурса двойников Пушкина тоже пройти не смог. Пока размышляет, как перевоплотиться в знаменитого классика. В черную, не знаю, не мантии, какой-то накидки, в цилиндре с тростью. Что-то очень близкое к образу черного человека. За его легкостью, опять, за его тонкостью, за его любовью к жизни пряталось очень много страданий душевных, которые приходилось в себе скрывать для других людей. Пушкин Данилы будет стоять среди людей, но фон размыт. Поэт был как бы в обществе, но отдельно от него. Свое фото Данила отправит на электронный адрес Россотрудничества. Конкурсные работы принимают с 23 мая. Мы приветствуем творческий подход и, наверное, здесь главных условий всего несколько. Конечно, должен быть на фотографии, на портрете, должен быть, конечно, Александр Сергеевич Пушкин, наш любимый, да, это должен быть образ узнаваемый. Важный момент – это качество фотографии. Фотография должна быть качественна, чтобы ее можно было опубликовать, распечатать. На фото может быть портрет Пушкина на картине или в книге, а может сам герой снимка перевоплотиться в поэта. На современном языке это называют косплей. Так вот, Россотрудничество предлагает всем немного отвлечься от обыденности и покосплеить. Лучшим создателям образа обещают призы. Будут в первую очередь книги, подарочные хорошие наборы для разных возрастов, в том числе детские книги иллюстрированные. Но опять-таки, так как это конкурс творческий, он творческий, в том числе и для организаторов, и, возможно, мы придумаем что-то интересное. Фото двойников Пушкина принимают до 31 мая. Лучшие работы выложат ВКонтакте, а победителей, их будет несколько, назовут и наградят 6 июня. В день русского языка и день рождения великого поэта. Алиса Плахова, Алена Чернявская, Леонид Мастак, ТСВ.